Телеканал КРТ представляє. З вашої точки зору, чи в принципі є сенс розбиратися в Гаазькому суді? Адже ми нещодавно бачили ситуацію, коли одна суддя з Гаазького трибуналу цього, вона вирішила все ж таки розслідувати злочини американських військових в міжнародному суді. І таким чином вони захотіли розслідувати злочини американських військових у Афганістані. І на таку заяву, на таке прагнення саме міжнародного суда з боку Сполучених Штатів Америки лунали заклики, що цей суд займається політичними справами, заважає демократичним країнам розвиватися, і таким чином погрожували навіть ввести санкції з боку Сполучених Штатів щодо міжнародного суду. А ми зараз придаємо таку значну увагу саме цьому процесу, хоча навіть Сполучені Штати Америки вже заявили, що це, ну, вони не вважають легітимним цей суд. Любой суд, чи любой госорган, или міжнародний орган, является органом политического воздействия в том числе. Мы с вами никогда не слышали про какое-то большое влияние Всемирной организации здоровья, но мы сейчас увидели, насколько этот оказался важный орган в формировании экономической политики, двусторонних отношений между странами и сегодняшнего предвыборного политического кризиса в Соединенных Штатах, когда Трамп выступает против ВОЗ, а Байден выступает за. Аналогичная ситуация с судом. Любой суд — это люди. Это же люди, да? А люди имеют свои отношения, свои интересы, своих родственников, свои связи, свои слабости. На них воздействует то или другое решение суда, особенно международного, такого как Международный трибунал в Гааге, работает в интересах той или другой стороны, которая добежит. Даже если суд беспристрастный, даже если суд примет решение, исключительно основываясь на нормах закона, то потом это решение все равно будет использовано в политических целях той или другой стороны. Поэтому, понимая это, эти две стороны не ждут решения, а влияют на ту или другую ситуацию. Недавно я читал статью, что, например, Европейский суд прав человека, что он наполнен судьями, которые прошли стажировку в международных образовательных центрах за гранты фонда Сороса. Ну вот для чего делал фонд Сороса эти гранты в этом для формирования Европейского суда прав человека? То есть для того, чтобы можно было влиять, для того, чтобы прощупать этих людей во время образовательного процесса, увидеть их подноготную, увидеть их слабые и сильные стороны, чтобы наладить с ними контакты, чтобы можно было им намеками, как это делают интеллигентно в Европе или в Америке, не так, как в Украине, телефонное право, прими такое решение быстро, да, а намекнуть, что вы знаете, тут нужно посмотреть, тут есть какие-то другие моменты, другие ситуации. Поэтому суд занимает ту или другую позицию в отношении Югославии, которая была ситуация, в отношении ситуации в Ливии, в отношении различных других стран. Америка не будет участвовать в этом суде и будет говорить о таких заявлениях, потому что Америка частый учасник различних воєнних конфліктів на одній чи на другій стороні.